Милонга дель Ангел. Рассказ ангела. Усталый ангел в вышине летит, внизу бредут безрадостные люди. Одеяние светится, блестит, но спящих в теле все равно не будет. В обрывки мысли все погружены, не чувствуют стремления помочь. Усилия души напряжены, но мы о помощи все прочь и прочь. Мой ангел продолжает рядом быть, имея бесконечное терпение. И потому порою можно жить, когда в груди родится вдохновение, когда ослабевает власть испуга, то ангела хранитель заслуга.